Одна из главных забот фермеров – сбыт товара. Перед вступлением в Евразес все надеялись росту экспорта, но этого сразу не произошло. Только спустя 3 года продажа отечественной продукции за границу начала расти. За последние 2 года в Узбекистане спрос на сельхозпродукцию Кыргызстана начал подниматься. Если считать рынок Узбекистана, действительно мы сегодня открылся этот рынок для нас. Мы сегодня туда поставляем молочную продукцию. Это без проблем. Мы сегодня поставляем на рынок Узбекистана картофель наш. И мы сегодня поставляем живые животные. Кроме этого, Узбекистан сегодня получает от нас мед, разные другие сельхозпродукцию. Но в том числе мы здесь должны подчеркнуть, что импорт с Узбекистана больше, чем экспорт сельхозпродукции с Кыргызстана на Узбекистан. Была принята правительственная программа по развитию экспорта Кыргызстана на 2019-2022 годы. В ней предусмотрены меры по увеличению объема экспорта. Но на данный момент транспортировка продуктов немного проблематична. На границе весь товар тщательно проверяют и затягивают процесс, а иногда он вовсе не доходит до пункта назначения. Кыргызская ассоциация экспортеров и импортеров «Кыргызленд» уже 5-й год работает над проектом «От почвы до сбыта». И один из задач и целей нашего проекта – это создать систему от фермера до международного рынка. И в этом рынке мы осознали, что у Кыргызстана огромный потенциал. В 2019-2020 году с Узбекистаном у нас появились хорошие, скажем, приятные отношения по экономике и по политике. В последнее время высоким спросом кыргызстанский картофель пользуется в Узбекистане, а также крупнорогатый и мелкорогатый скот в живом виде. В 2018 году Узбекистан пообещал приобрести картофель в объеме 500 тысяч тонн, но позже отказались. В результате экономика Кыргызстана в том году оказалась под ударом. До сегодняшнего дня в Узбекистан привозили картофель из Пакистана. Сейчас соседняя страна закрыла все пути поставки картофеля из Пакистана. Теперь мы планируем завозить картофель из Кыргызстана, а еще мелкорогатый скот в живом виде. По статистическим данным, при Исламе Каримове, когда границы были закрыты, Кыргызстан экспортировал в Узбекистан больше товаров, чем импортировал. А сейчас все наоборот. Общий объем экспорта за 2019 год составил более 3 миллиардов сомов. Максат Леспеков, Бакытку Шалиев, 5 канал.